Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, мы продолжаем победную серию ответов на ваши замечательные вопросы. Если вы не задали еще ваш вопрос, обязательно, ребята, пишите его внизу комментарием под этим видео. Мы читаем каждый, разбираем каждый и будем отвечать на каждый вот в таком видеоформате, поэтому обязательно делайте это. И, конечно, хочу сообщить вам, что у нас стартовал набор в наш грандиозный ПГ-марафон версии 2.0, и мы стартуем. Стартуем и уходим в открытое плавание уже, ребята, 17 июня. Поэтому подавайте вашу заявку. Как это сделать, ссылочка будет внизу. Что такое ПГ-марафон под моим ведением, ссылочка будет здесь. Обязательно нажимайте и смотрите. А мы продолжаем разбираться с вопросами. Сегодня вопрос от Дарьи Гордеевой, который она задала в YouTube. И она пишет: Алексей, снимите, пожалуйста, видео о осанке и о том, как не горбиться. Отличный вопрос, вам большое спасибо, Дарья. Поехали разбираться. Дашенька, самое важное, что вы должны понимать в осанке, самое важное, что вы должны понимать при вашем большом желании всегда ходить ровно и не горбиться, это то, что за вашу осанку в первую очередь отвечает только и только тонус ваших мышц. У вас есть грудные передние мышцы, да, которые находятся впереди вашего торса, у вас есть дельтовидные плечевые мышцы, и у вас есть мышцы, которые находятся на спине, это широчайшая и ваш разгибатель спиной. Также это ваши трапециевидные мышцы спины. Но не будем сейчас сильно углубляться в анатомию человеческого организма, достаточно будет и этой информации. Что происходит во время того, когда вы сгорбливаетесь? Вы расслабляете свой мозг, вы думаете о каких-то своих делах, вы, например, работаете, или вы пишете, или вы учитесь, вы делаете что угодно, вы, может быть, кормите детей, это не имеет значения. Вы не контролируете своей головой, вы не отдаете себе команду стоять ровно, не сгорбиться, стоять ровно. И в этот момент что происходит? Естественно, вы расслабляетесь, и ваши мышцы грудные берут верх над спиной, и вот пошла вот эта история. Покатая спина, сгорбливаемся. Как это лечить? Это лечить нужно двумя способами. Первый способ очень простой, вообще непринужденный. Первый способ – это растяжение, и это тонус ваших грудных мышц. То есть вы растягиваете ваши грудные мышцы сгорбливанием дополнительным вперед, вы растягиваете ваши грудные мышцы путем разведения широким рук, вы растягиваете ваши мышцы, передние и дельтовидные мышцы, гимнастикой, вы это можете делать дома, на полу, где угодно, вы, так сказать, гипертрофируете вашу и без того сгорбленную, не дай бог, составляющую, и после этого вы будете ходить ровно какое-то время. Это даст такое временное облегчение, когда вы, натягивая вашу спину, расслабляете дополнительно вашу грудь, и это отпустит тонус груди, гипертонус груди, который перетягивает спину. Но это всего лишь временное решение этой проблемы, потому что через полчаса, через час, через два, когда вы встанете и пойдете ровно, у вас снова появится это сгорбливание. Почему? Потому что грудные мышцы снова войдут в тонус, а мышцы спины, и тут мы подходим к самому важному, мышцы спины остаются без внимания. И здесь вступает в силу самое важное, но и при этом самая длительная процедура исправления, искривления, сгорбливания и прочих разных моментов. Нужно заниматься тренировками мышц спины. И я не просто так вам говорю: Алексей, как исправить осанку? Качайте спину. Херня это все, просто так это не делается. Вам нужно в первую очередь уделять внимание спинному разгибателю. Это длинные мышцы, которые уходят от аж первого шейного позвонка и аж до вашего копчика. Это две мышцы, которые идут вдоль позвонка, позвоночника, которые у говядины называются вырезка по-хорошему, а у вас это мышцы, которые отвечают за ваше прямохождение. Вы эти мышцы тренируете гиперэкстензиями. Что такое гиперэкстензия? Обязательно смотрите мою тренировку спины, и вообще моя тренировка спины, ссылочка на которую будет здесь, прекрасно подходит для тонуса и развития прямохождения и развития правильной осанки. Это очень важно, потому что люди, которые приходят в зал, обычно что они качают? Они качают грудь, они качают бицепс, они качают прям то, что им видно. И хотят еще при этом ровно ходить. Как можно ровно ходить, если у вас и без того атрофированная спина и перекачанная грудь, которая все это стягивает, и получается по итогу мы вот в такой вот S-образной позиции, но при этом с какой-то тонусом в груди и с тонусом в бицепсе, но при этом спина атрофированная, ноги атрофированы и сгорбленные ходим. Ребята, нужно заниматься строительством тонуса спины. Спиной разгибатель — это одна составляющая. Трапециевидные мышцы спины мы работаем при помощи ШРАК. Широчайшие мышцы спины мы работаем при помощи
становой тяги. Ребята, очень важно работать со становой тягой. Я не говорю сейчас, что нужно делать там какие-то тяги блока. Вы делаете мощные подтягивания. Если не можете делать самостоятельно, делайте с противовесом. Это будет самым лучшим инструментом. Все ребята еще со школьной парты, со школьной скамьи имеют доступ к турнику. И это ваш самый крутой, бесплатный, абсолютно идеальный инструмент для приведения вашей осанки в норму. Пожалуйста, в каждом дворе пришли, повисели, расправили ручки, повисели, попробовали тебя поподтягиваться, не получается. Прыгнули, подпрыгнули и держимся и медленно спускаемся. Это будет тренировать ваш тонус спины, если нет доступа к залу. В идеале, опять же, вы проходите по моей тренировке спины, и она задействует полностью все мышцы. И что будет это нам давать? Это нам будет давать с вами тонус, противодействие к мышцам груди, где вас не будет перетягивать, и вы будете всегда в ровной осанке ходить с идеальной ровной спиной, и просто красота. И очень важно не стараться принудительно держать спину постоянно ровно. Если тонуса спины нет, то вы устанете очень быстро, вы будете тратить очень много гликогена, очень много сил на то, чтобы постоянно контролировать, держи осанку. Если вы на открытом уроке сидите, вы посидели, потом снова расслабились. Но когда мы говорим о здоровье, а на этом канале мы говорим только о здоровье, это правильные тренировки мышц спины, плавание, подтягивание абсолютно бесплатно, отжимания не будут помогать лечить вам, а наоборот будут усугублять, потому что отжимания — это передние, это отталкивающие мышцы. Вам нужно работать с мышцами, которые отвечают за притягивание. Вот это мой совет относительно осанки. Огромное вам спасибо. Ребята, пожалуйста, если вы не задали свой вопрос, пишите его внизу. Обязательно подписывайтесь на канал, ссылочка здесь, нажимайте звоночек, чтобы вы были извещены в момент начала лайв-трансляции, а мы их делаем очень много. Спасибо вам огромное, друзья, и мы с вами двигаемся только вперед!